И всем привет, коты, с вами Катерплей. Сегодня я играю в Ролукс. Сегодня я вам покажу, как изменить себе аватарку, которая будет видна у других людей. Как видите, вот, есть пример сбоку, кастомиз. Тут, как видите, у меня измененная аватарка. У всех она просто прямо стоит. Вам нужно выбрать какую-нибудь позу. Любую, любую. Я выберу вот эту. Дальше нажимаем на Next. Крутим этим, как хотите. Ставим вот так, допустим, как хотите. Вы можете любую позу, как хотите крутить. Дальше нажимаете на черную кнопочку. И у вас вот так вот сохраняется. Save нажимаете. Все. Ваш профиль пикстур сохранился. Как видите, у меня здесь вот сбоку. Я сейчас мышку навел, конечно, курсор не виден, но я немножечко выберу вот эту штучку сбоку слева. Вот, как видите, у меня изменилась аватарка. Ладно, а с вами был Котяра Плей. Сегодня я играл в Roblox. Сегодня я вам показал, как изменить аватарку, чтобы она была видна у других людей. Всем пока!